Что такое для нас Рождество? На столах изобилие всего, запах елочки в наших домах, мандарины на наших столах. Ну, а может быть, это мороз или снег, что дорожки занес? Или гирлянды на крышах домов с ярким светом своих огоньков? Ну, а что же тогда Рождество? Может быть, колокольчиков звон? Ну, а может быть, это подарки, что сложили под елкой в порядке? Но ведь там, где родился Христос, снег не шел, не трещал мороз. На домах огоньки не светили, так же елочки там не росли. Ну, а что же тогда Рождество? Это с неба спасение пришло. Бог Отец к нам любовь проявил, Сына в мир для людей подарил. Это ясли, в которых лежал Царь царей и тихонечко спал. А Иосиф с Марией смотрели на Владыку Владык в смирении. В тьму веков эта ночь отошла, когда звездочка в небе взошла, возвещая всем людям с земли о рождении Иисуса Мессии. Рождество — это ангелы пели. В небесах, на полях Вифлеема — это шли мудрецы из Востока и несли подарки издалека. Пусть рождественские украшения не затмят нам Христа рождения, чтобы суть Рождества — мы знали, а значение его рассказали. Пусть звезда Рождества сияет, о рожденном Мессии вещает. Сердце радостью, чтоб наполнялось. Я вас всех с Рождеством поздравляю. Аминь.